Приветствую вас, и связано это в первую очередь со взрослением, потому что вы развиваетесь, растете, у вас появляются потребности. Если раньше эти потребности были в большей степени детскими, подростковыми, сейчас это уже потребности мужские. А мужская потребность, одна из главных мужских потребностей, это потребности в женщине. И это не только аспект сексуальный, а еще аспект и духовный. То есть только рядом с женщиной мужчина может испытывать ощущение себя мужчиной. То есть только рядом с женщиной можно почувствовать себя мужчиной. И вот эта нужда, потребность ощутить себя мужчиной, она также заставляет вас думать о том, чтобы вступить в отношения с девушками. И ну, нормально для 21 года уже, наверное, хотеть женского внимания, общения, женского тепла, ласки, что уж там говорить. И, в общем-то, это естественное развитие человека, то, что у вас сейчас. Половое развитие, половая идентификация и так далее. И вопрос заключается в том, а какая, собственно говоря, у вас проблема в общении с девушкой? Что это за проблема? Неуверенность в себе, скованность, что-нибудь еще? Если это неуверенность в себе, то тогда нужно подумать, почему вы в себе не уверены. Может быть, стоит заняться другой деятельностью, не личной, тем, чтобы через деятельность, через успех, через результат доказать себе и другим, что вы ничем не хуже, а то и лучше, и тем самым стать достойным девушек. Может быть, проблема заключается в том, что вы просто не знаете, о чем с ними разговаривать. Да, нужно повышать свой кругозор, эрудицию, чтобы уметь шутить, уметь поддержать разговор и так далее. Может быть, вы не знаете, как вести себя с девушкой. Тогда вам нужен идеал мужского поведения, чтобы взять его на вооружение, по крайней мере, на первое время. А потом, когда, собственно говоря, этой моделью поведения вы обладаете, вы сможете легко, достаточно легко, выйти за рамки этой модели поведения, привнеся в нее что-то свое, и тем самым начав вести себя уже как индивидуальный мужчина, как уникальный мужчина, а не как подражатель. То есть тут в зависимости от наличия проблемы существуют разные подходы к ситуации и к путям ее разрешения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего.